С вами Наталья Юниман, и сегодня я хочу рассказать о своих результатах, которые я получила в компании GNS. Ну, это, извините меня, пожалуйста, сплошное безобразие. Нельзя так быстро выздоравливать. Нельзя. Расскажите всем, что, используя продукт GNS, вы можете выздоравливать очень быстро, и это сплошное безобразие. Ну, в 50 лет спать без задних ног. Как ребенок. Только через неделю я заметила. Я пила вот эти продукты. АМ. Так, сейчас поймаемся в камеру. АМПМ. Так, немножко у меня камера зеркалит. Резервы. Финити. Так. Финити. А, видосел. Упс, пролетели. Видосел. Да что ты, не ловлюсь. Начала я все это пить. Вступила в компанию 2 декабря. Начала пить дня через 4. Резерва хватило на 3 недели. Пришлось поделиться с внучкой. Та перестала болеть. Давала ребенок. Пила по чайной ложке. Мы поделились. Суточную дозу резерва. Чайная ложка ей, остальное мне. Значит, первый результат, который я получила, ну просто безобразный. Ну разве можно так быстро избавиться от мигрени? Ну скажите мне. Ну на второй день, как только я получила сам продукт, на второй день у меня был приступ мигрени. Знаешь, что такое мигрени, да? На третий день обнимашки, целовашки с унитазом. Ты белый, как смерть, ходячий, как вообще мысли одни, что же я маленьким не сдох, когда это кончится. Никакие таблетки не помогают. Я живу в Германии, здесь очень эффективные таблетки, обезболивающие, ничего не помогает. У врача, блин, пачками, выношу, короче, эти все обезболивающие. И врач мне говорит: «Фрау Юниман, только, пожалуйста, не пейте их все сразу». Я захожу в аптеку, покупаю две упаковки аспирин от мигрени и еще один какой-то там обезболивающий сильный. Мне аптека говорит: «Две сразу пить нельзя». Я говорю: «Хорошо». Выхожу из аптеки, беру воду, отворачиваюсь от аптекаря. Ну, чтобы человек инфаркт не получил, да? И ему не стало плохо. Две таблетки закинулась, выпила, пошла домой. Домой прихожу, через 2 часа опять две таблетки. И, короче, к концу приступов упаковки, две упаковки я съедаю. Честно. Так вот, на второй день, когда я начала пить резервы, ушел мой приступ мигрени. Ну разве можно? Ну сколько лет мучилась? В России анальгетики, димедролы, все вместе, приступы бешеные, скорая помощь. У меня сестра мучается. Значит, от 3 до 5 дней это все длится. Потом это безобразие с выходом из этого. Ну куда все делось? И эти приступы, 3 приступа в месяц минимально. Спросите, как я жила? Ну, вот так и жила. На работу с головной болью приходишь, мозги тупят. Сейчас ничего не тупит. На второй день 2 дня, 1 день резервы, 2 день резервы. Приступа нет. И за месяц ни одного приступа. Ну, скажите, ну разве можно? Ну, все врачи останутся без работы. Но все аптекари останутся без работы. Мы же безработными их сделаем вообще. Просто. Если будет каждый пить. Они же потеряют работу, что будут делать? А, ну, GNS пойдут. Я знаю, они пойдут GNS. Следующее. Сон. Но только до подушки дошла, ушла. В 1 ночи заснула, в 6 утра подорвалась. Куда энергию девать, не знаю. Готова, как этот зайчик Energy Drizing. Знаете, такой вот этот вот, с батарейки, да? То есть у меня такие батарейки появились внутри. Я готова все делать. 6 лет не могла гладить. У меня дочка гладит. Последний раз стояла 30 минут, погладила. Я стоять не могу. У меня 3 операции на спине. 3. Последняя операция, меня вытаскивали с того света. Они сначала прокололи. В Германии прокололи, сделали операцию, и врач случайно светила, профессор случайно проколол спину при операции. Ну, ошибка, все люди могут. Тут я ничего не могу сказать.
проколол спинномозговой канал, у меня вытекала спинномозговая жидкость из организма. Вот там в капельницу вливают столько же, здесь выливается столько же. Через рану. Следующая операция через 2 дня, на 3-й день там, в общем. Подождали, пока муж само затянется, ничего не затянулось, сделали операцию, вышла от врача, через месяц, понимаю, я встать не могу нормально с койки. Мне сначала нужно сдвинуться на колени, то есть сначала сползти на колени, а потом, опираясь на диван или там на кровать, встать. Или приходит, мук поднимает, если он успевает со школы, перед школой, он мне дает руку, поднимает меня. Когда как. Потом мне нужно обязательно час походить, посидеть, вот это вот, чтобы спина как бы не болела, потому что я долго лежала. Ну куда все делось? Не, ну разве можно? Ну это же сплошное безобразие. Ну куда все делось? Я забыла про боли в спине. Я стала вставать с дивана так раз и встала на погоду. Знаете, да, как это все болеет? Выйти на улицу 5 минут и, короче, если я на улице холод, то все. Я могу неделями не выходить. Только бы не идти туда, потому что сразу болит позвоночник. Где прооперировано? Последний раз час гуляли с девчонками. Я бабушка, 6 внуков. И с малыми иногда гуляем, все хором. И у меня 4 детей, не переживайте. 6 внуков нет у новой дочки. И гуляем. Я забыла. Мне спрашивают, мама, что спина? Мам, что спина? Ты не устала? Не устала. Я могу еще с вами пробегать, да? Пожалуйста, давайте, пойдем. Раньше 30 минут, и боли начались. 5 минут постояла, и боль здесь. Ну куда? Куда это все делать? Ну разве можно? Значит, боли в спине ушли. Щитовидка. Вот такой шарф был. В сентябре месяце пошла сдавать. У врача руки затряслись. Быстро к эндокринологу. Срочно, срочно, срочно. Я говорю, подождите, у меня что, рак, что ли? Или что вы так вообще засуетились? Нет, фрау Юни, не беспокойтесь. Ну, нельзя же клиента беспокоить. Но вы бегом туда. Ну, сходила. Такой-то эндокринолог насупился. Вы знаете, ничего страшного. У вас, правда, немножко доброкачественная опухоль увеличилась. Но ничего страшного. Вы... До рака вам еще далеко. Я так смотрю на него серьезно, думаю, или он меня пугает, или я. Но мы вам увеличим дозу, то есть вот эту вот, когда щитовидка заниженная функция, нужно пить гормональные, да, там таблетки такие. Пожизненно, да, вот эту гадость пить пожизненно. Я от нее, тироксол, что-то такое вообще, с тироксом связанное. Вот. Я забыла, когда их пила. Как только я начала принимать Видосел, через неделю этот шарф ушел. Вот это давит вот сюда, вот давит. Ушел. Ну что, за неделю? 6 лет лечили эту щитовидку. Что только не делали, каких этих самых не пили, что не предпринимали. До свидания. Волос из-за того, что заниженная функция щитовидной железы. Сухой, ломкий. Все время кажется, что ты лысеешь. Он ломается. Какой нафиг? Извините меня. Какой фен? Тогда вообще как солома все. Ну, вчера поменяла шампунь. Но нормальный, то был для волос, плюс масло, плюс там касторовое, льняное, лен, короче, там чуть ли не ложками ела. Но лен помог. Ну, год надо было пропить, чтобы начало помогать. А тут что? 3 недели? Сегодня заметила, блин, шампунь не тот. Пошла, заменила шампунь. Пришлось, блин, шампунь отдать для... Пришлось отдать, выбросить. Соседям отнесла. Возьмите, хороший ведь я, ну, дешевый, не пользуюсь. Вот, жалко выбрасывать. Ой, Наташенька, давай. Я говорю, да берите, я пойду куплю для нормальных, все. Не сыпется. Да я ничего не делала, никаких там мазать, ничего, только вот это вот пила. Вот это вот. АМПМ Финити. Что у нас дальше? Сплю хорошо. Ну как младенец. Раньше повернуться ночью. Волос лезть перестал. Мигрени вообще ушли, в небытие вообще ушли, никаких, месяц без, в трамвай села знакомая. Ой, Наташ, ну как люди в 50 лет, да вот то болит, это болит, а что, как ничего не болит? Я сижу такая, блин, сияю, да, то есть энергии вообще девать некуда. Кстати, привыканий нету, потому как я делилась еще со старшим внуком резервы, он у меня недельку попил, и, ну, у меня получилось для меня лично на 3 недели. Ну и что вы думаете? Ничего, как было, как бегала, так и бегаю. Не перестала ничего. Потом пока выписала, пока получили, пока, короче, мы раскачались всем с этим делом.
Неделька прошла. Ну, ничего, нормально, все пью. Следующее, что у нас там? А, морщинки. Ну, это вся линия этой Дженнис, да? Вся линия. Ну, вся абсолютно. Вот она, вся. Еще ночной крем. Чтобы вы знали, что еще есть ночной крем. И сыворотка, по-моему, осталась. Сыворотка Ваня осталась. Ну, еще сыворотка. Все морщины ушли. Встретилась с немцем. Он говорит: «Фрау Юнимен, а что с вами случилось такое?» Я говорю: «Ну как, а что такое? Что?» Он говорит: «Так вы же помолодели». Говорит: «Куда все морщинки-то делись?» Так и говорит: «Куда это годится?» Я говорю: «Да вот принимаю туда-сё». Он говорит: «А я что? А почему, говорит, у меня этого нет?» Я говорю: «Ну хорошо, я выпишу вам, пожалуйста». Следующее, что у нас, морщины ушли. А, кожа сияет, сияет. Дочка с жирной кожей, у меня сухая кожа. Заниженная функция была щитовидной железы, была сухая кожа. Обе пользуемся этой косметикой. Она увидела: «Мама, я тоже хочу». Зять лысый, я говорю: «О, лысины», говорю. «Денис, лысины лечатся». «А, не, не надо. Я не буду». Ну, как мужчины, знаете, да, наши мужики. Дочка приходит: «Мам, там Денис говорил, косметику у вас». Ну, безобразие. Мы начали пользоваться. Ну, там еще нет результатов. Спите спокойно. Нету результатов. Значит, получается, за месяц употребления продуктов я оставила своего врача без работы. Не пошла. Все боли ушли. В щитовидке ушли. А, изжога, отрыжка. Ну, это мое родное было. Уже я не знаю сколько лет, только таблеточки. Перед едой таблеточки, которые делают желудок ленивый. Его выбросила. А от таблеток я уже отказалась, я не пью. Значит, головные боли прошли, щитовидка, боли ушли, желудок, изжога ушла, спать стала. Ну, разве можно так спать вообще в моем возрасте? Разве можно сиять таким здоровьем, иметь столько энергии, ее девать некуда вообще теперь? Девать некуда. Что будет через год, когда я буду пользоваться этим? Да я за год вообще помолодею на 30, лет на 20, а? Так что расскажите всем. Морщины ушли, носогубные складки ушли. Ну, знаете, как 5 операций, да? Расскажите всем. Но это сплошное безобразие. Нельзя быть такой здоровой, так быстро получить результаты за месяц употребления продукта. Ну, просто нельзя. С вами была Наталья Юнима. Пользуйтесь продукцией GNS. Через неделю или месяц запишу еще один ролик и расскажу о своих результатах и о результатах моей мамы. Ей 75 лет.